привет. Осталось у нас буквально неделька, и мы сдаем квартиру на продажу. Смотрим вот это помещение зала. Смотрим в окошко, там у нас зоопарк. Представляешь, какая удобная локация? То есть мы находимся в межопарке, и вот там у нас зоопарк. Вот это помещение студии. То есть получается, что у нас здесь кухня, шкафы для хранения. Помещение мансардное, но квартира двухэтажная. То есть первые две комнаты. Дальше попадаем в коридорчик. Коридорчик у нас тут творческий. Тут у нас санузел. Санузел не показываю. Это гостевой санузел. Еще в процессе работы. Здесь у нас зона декоративки. Смотри, какая прикольная декоративочка. Авторская работа, делал художник, если что, да? А если смотришь наш канал в Ютубе, то знаешь, что это за художник. Поднимаемся по лестнице. Она у нас со сковородинчика. Квартира двухэтажная. И здесь у нас зона чиллаута. Смотри, как прикольно выглядит, как будто в Амстердаме находишься. То есть такое место, где можно кинуть диванчик, здесь с семьей почилить. Ну, то есть, например, слева у нас детская, справа у нас взрослая. И тут место, общая территория, где мы можем встретиться. Прямо санузел. Но санузел еще в работе, пока не готов показать. Здесь зона, где взрослые, у них будет спальня. Причем спальня очень романтическая. Во-первых, смотри, какая прикольная штука, антуражная, оригинальная. Зданию под сотку лет, реновированная. То здесь у нас спаленка, смотри, с каким видом. Вид на миллион. Прикол в том, что подоконник 30 сантиметров, а если у нас кроватка 60, то это вид из окна. То есть сосны, готовый сформированный ландшафт. Не вру, но из окна видно, как бегают белки. Здесь семья белок. Просто вот в любой момент, в любой час, когда сюда приедешь, ты можешь наблюдать за белками, как свой мини-зоопарк. Школа что-то в районе 800 метров. Детский садик примерно тоже 700-800 метров. 90 квадратных метров. Двухэтажная квартира. Спускаюсь. Чуть не обманул. Почти третий уровень. То есть здесь у нас такая ступенечка, и мы получаемся на третьем уровне. Это была хозяйская спальня. А вот детская. Детская, она тоже мансардная. Такая тоже со своими приколами. Помнишь? Выглядит она очень-очень-очень необычно. То есть получается, здесь зона кровати, здесь зона стола у ребенка. И вот такое интересное окошко, чтобы посмотреть на мир. Видно, да? Ну, вид такой, по ощущениям, как будто не в Латвии вообще. Ну и помним, кто у тебя соседи. Мэр этого города, известные политики. Это частный дом, внутри которого 4 квартиры и состоятельные, солидные клиенты. Сколько стоимость всей этой прелести? 1650 евро квадратный метр. В доме на продажу 2 квартиры. То есть, если какая-то семья или хорошие знакомые, родственники, то они могут быть соседями друг у друга. В продажу поступит где-то недельки через 2. То есть, мы закончим здесь уже косметические работы, все подключим, и тогда будем готовы вас радовать. Номера телефонов где-то там вверху, внизу. Если понравилась идея, заходим, звоним, заказываем, экскурсию я вам уж обеспечу. Находиться здесь будем еще как минимум 3 недели. Так что вполне возможно посмотреть рабочий процесс. А если договоримся о покупке, то ремонт уже пойдет под вас. Вот в соседней квартире уже можем проектировать и делать все ремонтные работы под вас. Такая опция еще есть.